На, держи. Он как раз соску отгрыз. Кошмар. А я вас уже снимаю. Я смотрю, как вы конфетки разбираете. Как вам? Нравится? Это пряники? Спасибо. Сегодня мы приехали к одной замечательной семье. Это улица Лючикова 50. Ну вот тут здесь Терекон. И там уже за ним линия фронта. Здесь у них было попадание. Неоднократно у них в доме разбила машину, гараж. А также было осенью прошлого года. Крыша сгорела. Ну, в итоге починили. И вот сегодня мы вот этим замечательным деткам, где четверо у нее деток, мы привезли два продуктовых набора. Благодаря замечательным людям из Ростова и Санкт-Петербурга. Это Наталья Зорченко из Санкт-Петербурга и Владимир из Ростова, которые очень часто помогают, перечисляют денежные средства, жертвуют их, вот, чтобы я помогал таким вот прекрасным, замечательным деткам. И мы купили вам продуктовые наборы, где есть все самое необходимое, молочко, курочка, конфетки, для того, чтобы вы смогли здесь выжить. Спасибо. Спасибо. Скажи спасибо, Лев. Спасибо. Молодец. Скажи спасибо. Спасибо. Ух ты! Ладно, ребята, мы закругляемся, поехали.